Итак, всем привет, с вами Стал. Сегодня мы продолжаем проходить Darksiders уже с новым режимом. А вот я не особо понимаю, почему я свечусь. Вот это да, меня интересует больше всего. По какой причине такой неизведанной я свечусь? Что? Возможно, я могу ему скормить душу. Позабавит нас обоих. Так, я оставшуюся скормлю. Как хочешь. Так, теперь можно качнуть и урон физический. Как он? Энто. Неудобно, наверное. Дай кричать, всадник. Постараемся. Стоп. А не сюда. Ты что думаешь? Сначала хочу узнать, что здесь. О! Вот так кто хочет. Пожалуйста. Я вот током ударил. Так, а что правда светится-то? Ну ладно. Ну будем светиться всю игру. Окей. Всю серию, точнее. Всю игру не получится, думаю. Мы не дойдем же быстро до так до нового босса. О, здравствуйте, я вас не ожидал. Здесь нет. Фу, прикольно. Да, только бы был бы тут один человечек. Вот с тобой бы я еще поговорил. Это что, бесконечно, что ли? Ну ладно, ульта все-таки поинтереснее. Да, блядь. Ульта поинтереснее у молнии. Я в маленьком помещении есть. В большом помещении все-таки у огня. Не, было бы больше, было бы уже больше намного этих. Но на всякий случай сломать нужно, потому что предметы все равно выпадают. Так что, идем. Итак. Что тут можно увидеть? Кроме, конечно же, паутины, гнили, вонючие. О, сука. Что-то и чего-то страшного. Ой, им большого количества этих приятностей. Опа. Мне нужно... Так. Эй, что происходит? Мне нужно что? Правильно, восстановить мои очки здоровья. Я так не играю. Ага, можно в конце атаки использовать. Можно менять в конце атаки. Спокойно. Вар. Маленький. Ага, лучше... Ну, хотя бы так, ладно. Так, и что я здесь могу? Отлично. Отлично, хорошо. А зачем мы здесь сидели-то? Так. Как мне нужна срочно прокачка. Прям неимоверно. Без нее сейчас будет плохо. Здравствуй. Ай, бля. Что ты там делаешь? Куда ты ее тащишь? Чего? Это после удара или после того, как у меня ХП мало стало? А, что? Что произошло? А, где я?
Госпожа, как ты себя чувствуешь? Отвратительно. Не очень. Жнец? Похоже, тебя оставили на потом. Быть может, на вечерний перекус? Хм. А может, полуден? А, ну это как раз и есть вечерний, блядь. Ну ладно. Ну, блин, это как-то... Да. Не-не-не-не, я слышу эти... Вот эти слышу и не хочу туда идти. Хочу сходить сюда. Если, конечно же, понятно. Я вас понял, мне только в одну сторону, правильно? Сейчас, пока что только туда. А именно в лапы врагов. Так, и что же нас здесь ожидает, кроме большого количества пауков? Ну, из большого яйца в любом случае должен был вылупиться, но он что-то не вылупился. Ну, тут даже не надо особо заморачиваться, просто бьёшь и всё. Ну, тут бы он уже вылупился, скорее всего, но все равно предмет это вылупился. А я откуда пришел? Точно не отсюда. И куда же я? Вот это от... Друг, может, не надо? Договоримся. Ты меня не трогаешь, я тебя не трогаю. А, ладно, погнали. Ну нет, так не получается. План плохой. Надо обдумать его с тобой. Ты какой-то жирный, тебе не кажется? Прям, ну, жирнющий. Ну, не сильный. Жирный, но не сильный. Это не сравнится с вот этим мечником огненным. Без ног который. Вот с ним это не сравнится. Окей. А вот это, ну, что это такое? Я так не играю. Окей. Так, ну вон там это. Почему там что? Я там умер? Да, блядь. Ай, блюдо. Так нечестно. А, воу-воу-воу, не вижу ничего. Отлично. Ага. Не, ну они бьют все. Что это прям вообще кайф. Подожди, а вот что это? Это мои души. То есть меня здесь... Меня не отсюда забрать, подожди. Что они здесь забыли? Опа. Что они здесь забыли? Ой, не то. Ну, так, среднее скопление. Ясно. Угу. Ну, путь один только. Блин, карты нету вообще. Жесть. Карты нету. Нету карты. Нету. Ну, еще два режима, офигеть. Карты. Где карта? Дайте карту. Ну, купи у них, у него карту, у Вульгрима. У Вульгрима в любом случае, он знает все. Он знает, где смерть. Ты о чем? Твоя или твой брат? Там особо выбирать не приходится.
Я найду кого-нибудь здесь, кроме пауков, которые хотят меня кушать. Мало осколок можно использовать. Большие осколки я не хочу использовать, они мне еще пригодятся. Еще ниже можно куда-то спуститься, не хочу. Опа. Так, а вот. Здравствуй. Я его ударил впервые. Отлично. 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 Кайф. Давай, уваливай отсюда. Пожалуйста. Уваливаем и не умираем. Все нормально. Понял. Вот это мне надо. Здравствуйте. Ой. Возможно. Возможно и не ровно, но сначала надо как-то. Прям нравится. Вот нравится мне эта ульта и все. Ничего. О, нет, стоп. Кто-то есть. Вода водится. Ой, прям головой. Нет. Ну, значит, только путь вниз остался. Погнали. Прям в самый. Вот это приколюки. Хотя бы тот большой еще не заметил. А вот паучки, вот это да. Ой, приятно. Приятно. Дайте мне лучора большого. Грустно. Ага. Прикольно, прикольно, очень прикольно. Не одобряю я таких действий. Отъеп. Ты отстань, пожалуйста. Не, вот этот паук меня... жук меня немножечко... Зачем? 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 Переключи, пожалуйста, на огонь. Зачем? Я не нажимал на капсулу. Возможно, задел палец. Так. Окей. Блядь! Дурачок, зачем? Ну зачем так пугать? Хоть ничего такого этого не случилось, ну сука, страшно уже, блядь. Ай, ухо чешется. Ай. Все нормально. Все нормально. Или нет? О, стоп, туда точно надо. Сейчас надо найти жнеца, который нас поймал. Я, кстати, так и не особо понял, как он нас поймал. И, возможно, я погиб. И, возможно, каждый раз, когда он меня будет убивать. Но он меня будет сюда возвращать, и я буду опять досражаться с теми же врагами. Ай, сейчас не вернулся. Ты дурачок. Да кого? Ага. Я словил тайминг, один удар у ворот, один удар у ворот. А вот хил я не словил. Тайминги хорошие, кстати, проверенные. Я не знаю, как что будет с другими боссами, особенно Аскен. Ну вот сейчас кто это? Ленность?
Надеюсь, здесь больше нет того. Здравствуйте, скажу я вам. А, здравствуйте. А как я килю? Спокойно. Да? А как я хилился, я не особо сейчас помню. Я что-то взял, что-то использовал. А как я хилился? Вот это что ли использовал? Не, подожди, у меня ничего не висит на мне. А как я хилился? Подожди, а как правда я хилился? Переключил из-за того, что переключился или что? У меня хп просто начали прибывать, каково. Конечно, все хорошо и отлично, но чё? Мне понравилось, мне приятно, но не понял. И почему так редко дают эти восстановления? О, еще один человечек. Ощущать не надо? Пожалуйста. 5 уже толпа. Получен достижение. Ну, 5, значит, уже я собрал. Артефакт демонов нашел еще. А почему она его себе не забрала? Потому что она не знает, что это такое. Ей это нахуй не сдалось. Правильно? Правильно. А мне это полезнее и нужнее. Так. Что мы у нас получается здесь? У нас получается, что мне нужно теперь наверх. Врагов вроде больше нигде нету. Этих маленьких путей нигде нету. Джанг. Что значит джинг? Или джанг? Йога. Ну хоть йогу знаю. Так, нет, сюда я пока не иду, значит не сюда. О, точно здесь что-то было. Да не надо. Так, ну не, маленькое скопление лучеров мне. Спасибо. Про это еще вспомнить надо. Угу, там уже как минимум среднее. Госпожа. Блять. Твой талисман. Опять? Мы близко. А хп-то нет. На этот раз наблюдай и молчи. Ага. Как я. Как я буду, да. Да. Получать пизды. Наблюдай и молчи. Да, да, сейчас понаблюдает. Сейчас понаблюдается, как ты будешь. Да. За олень, скорее всего, да. Будет кто-то сражаться. Ярость. Великолепно. Твой судный день настал, Леность. И правосудие над тобой тоже свершится в поединке. Дорогуша, разве по мне видно, что я собираюсь с кем-то или чем-то сражаться? У тебя нет выбора. Выбор всегда есть, дорогуша. Я выбираю не делать выбор. Слишком много мороз. Я бы посмеялся над тобой, да только лень. Не обижайся, ты славно играешь в нашей поучительной пьеске, но правда, зачем напрягаться? Это апокалипсис. Ух ты, мне все равно. Все, что меня заботит, это комфорт. Звучит знакомо. Молчать! И как видишь, у меня много-много слуг. Они живут лишь ради этого. Попробуй, я дам тебе парочку рабов, если ты расслабишься. Я расслаблюсь, когда вы все сдохнете. Надеюсь только, что остальные будут сильнее сопротивляться. Будут. Или не будут. Мне до этого нет дела. Ты ведь понимаешь, верно, всадник? Как все тщетно.
Присоединись же ко мне, сбрось груз с плеч и насладись бездельем. Уверен, тебе бы это очень понравилось. Неужели ты оставишь свое задание? Нет! Правда? Великая ярость не позволила бы себе стать жертвой подобной твари. Задание тебе, правда, по силам? Ой, давай сейчас он доправлять нас будет, да? Да-да. Лей! Что тебя в этом привлекает, дорогуша? Это так... изнурительно. Обычно мне нравится у сломающихся костей, но это едва стоит. Ау. Так. Уйди, пожалуйста, не надо. Ты какой-то прям уж ленивый. Что тебя в этом привлекает? А вот это мне не нравится от слова совсем, потому что их здесь как-то уж слишком много. Но их становится меньше, так что возможно, возможно, я делаю все правильно. Они до сих пор преклоняют колени. Ага. Какой-то жирный. И в двух, если честно. Скажу так. Это в двух смыслах. И в том, что... и в том, что он правда большой и жирный. И в том, что он очень толстый. И в том смысле, то, что у него много ГП. А это такой хип. Так, ну теперь хотя бы у меня будет сейчас все по хули. По правильному. Чего? Что? Нет. Чё, вообще? Прям вообще без вариантов, да? Подожди. Так, подожди-ка, я не понял. Вульгрим, ты чё? Ты там был? Что тебе, ну, пожалуйста, не спеши. О, блядь. Нет. Почему я не оттуда начал? Мне это не особо сейчас понравилось, потому что игра решила такая сказать. Змеиные норы? Не, не сегодня. И я меня просто кикнуло с игры. Да. Так, ну вот сейчас хотя бы правильное восстановление. Место восстановления. Воу-воу-воу, игра! Избавьте меня от этого приставучего пса! С меня хватит! Так, ну... так, ну вроде все. Еще одно? Что тебя в этом увлекает, дорогуша? Это так, ты должна мне пробовать, я соглашусь и на твою голову. На то твою ногу. Вот если... ну я с ними... зачем два? Я слышу, ну... уже крови, предсмертный вопли так, крепкие удары, ладно, ничего,
Окей. Сразу откидывает. Нормально. Держит. Мне не нравится. Да суп! Да вон мир татирует просто. А для меня не утомительно, для меня это... Рисковать еще рано. Ай, блядь. Ага. А теперь можно. Здравствуйте! О да, о да, кайфуем! Мы с тобой сейчас закайфуем, ты о чем? Поздравляю! Должно быть, ты комфортный трон. Получен достижение. Думаешь, убив меня, ты как-то повлияешь на этот жалкий крестовый поход? Просишь пощады? Найди в себе каплю достоинства. Лапочка, я позволяю рабам потирать мне зад ангельскими крыльями, пока я вкушаю утренний чай. Достоинство лишь выдумка, как и равновесие. Разве ты не утомилась? Еще как. Но и самый изнурительный бой выматывает меньше безделья. Ну, он еще хотя бы один единственный остался живой. Мы гнева, кстати, не забрали. Угу. Мы же его не забрали, он же... Мы наши сразу забрали вроде бы, да? После того, как мы как будто погибли. Такой разминки у него 1000 лет не было. Аж чуть больше. Ура! Мерцающий скол. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Отлично. Не понял. А что качнулось-то, блядь? Так, окейшки. Это я, пожалуй, заберу. 2950. Нормально это. А что бы еще там было? Вроде нет. Так. Опа. Еще что-то есть. Ломан кадамантин. Не ломается? Посмотрите. Не ломается ничего? Что такое твердое? Ну ладно. Так, у нас еще один помечен. А где другие? Талисман греха можно использовать для поиска грехов, показывающие направление ближайшим грехам. Да я понял, но что-то почему-то как-то скудненький запасик... грехов, а почему-то остался только один. Остался только один. О, ёпт. Всё, на выход, да, получается? Можно воздух.
хранения. Интересным образом произошло. Так, Ульгрим, то есть я... А, я все возвращаюсь обратно? А, ну да. Окей, Ульгрим... Нет, Ульгриму еще пока рано что-то отдавать. Уровень-то я качнуть успею. А вот сейчас... Опять устрою. Плюс один. Что здесь появилось? Ну, отлично. Вылетаем! Так, хорошо. Все. Мы попрощаемся с катакомбами, а перемещений, кстати, достаточно много, если так подумать. Прям очень. Вопрос. А как мне будет? Ага. Я уже все думал. Все, пропиши. Все пропало. Смерть. Ой. Испугался. Так, куда теперь? А, вот, стреляет. Стоп, подожди, не сюда. Так, или сюда. А где выход? Ладно, сейчас найдем. Угу. А. Да, сука. Ага, горишь! Угу. Хорошо. Нет, мне кажется, что-то я не так делаю. Точнее, почти уверен, что я что-то не так делаю. Угу. Ну да, что-то как-то я возвращаюсь обратно зачем. Ну да. Подожди. Мне тогда нужен сейчас телепорт. Блять. Полет хороший. Ладно, мне нужен Ульгрим. Где он ближайший, я не помню. Где находится ближайший Ульгрим, я, к сожалению, не помню. Либо я обратно иду, я уже запутался. Я по этому мосту не ходил. Я сейчас не попашу. Угу. Не, я или ходил. Не помню, честно. Вот честно, не помню. Ульгрим. Ну да, вроде пока правильно. То есть. Только куда мне тэпнуться нужно? Для того, чтобы что-то сделать. Так, все зеленое. Значит, я правильно пришел. Опа! Это неожиданно. Перегрузка кодировщика давненько такой фигни не было. От слова очень. Возможно, из-за прогрузки локации. Угу. Опа. А этого я не помню тоже. Артефакт демона. Они же не стали сильнее. Либо они качаются вместе со мной, либо остаются на том же уровне. Возможно, нет, они остаются на том же уровне. Так, а куда? Вниз. Зачем?
Я ж только оттуда. Так. Непонятно. Ага, нашел. Спокойненько. Нужно... Ты а чё не умер? Восстановление. А, ну вот он, спасибо. Вот это восстановление. Окей. О, Вольгрим, иди-ка сюда. Ой, вот он здесь. Подожди. Я пошел качаться. Прокачивать свои предметы. У меня же не выпадет никакие другие именно по типу. Броня, ладно, выпасть может, отлично. А вот, например, этот, как его зовут-то? Скажите мне, и скажу я вам. А вот хлыст или копье, или нунчаки. Это же нунчаки. Ну, это на нунчаки больше. Это же нунчаки. Они же не могут выпасть другие. Какой сюрприз! А ты вот вернулась? Конечно же, мне нужна прокачка. Ты же мне что-нибудь новенькое дашь? Последнее время здесь стало гораздо живее благодаря тебе. Ты подарила человечеству шанс, и за это у меня есть для тебя подарок. Эта безделица увеличит твою мощь и сделает тебя еще более грозной силой. Милосердие наездника. Это создание ульта. Это созданный ультаином. Медальон улавливает доверие и признательность спасенных людей, превращая их в чистую энергию, которая значительно усиливает ярость. Где моя мышка, блядь? Где моя мышка? А мышка где? А мышка где? Девушки. Всего тебе наилучшего. Чем мой молот собралась хорошенько их помучить, да? Презрение. Шипы презрения. Окопы презрения. Копье презрения. Подожди. Да. Итак... Посмотрим, что я могу для тебя сделать. Точно, держи, и это тоже можно улучшать. И как? Ага. А тут что нужно? А, то есть только вот так вот. А почему не с этой начать? А, потому что сверху урон, а здесь... А это что? Длительность формы хаоса. Это создаю. Вот уж не думал, что это возможно. Но теперь ты еще опаснее. Еще лучше получилось. Любопытно. Собралась хорошенько их помучить, да? Давайте. Вот уж не думал, что это возможно. Вот уж не думал, что это возможно. Да, блин. О-о-о, что за дивный хаос ты обрушишь на враг. Это одно из лучших моих творений. Так, ну на. Ну а что уж. О-о-о, что за дивный хаос ты обрушишь на враг. Ну лучше. Это одно из лучших моих творений. Хорошо. Любопытно. Угу. Счастливо. Все, качнулись. И береги себя. Прокачались предметы. У меня же не будет другого оружия. Если у меня будет другое оружие, зачем тогда я его качал, скажите мне, пожалуйста. Так, давайте посмотрим, что сверху. И можно будет потихонечку закругляться. А, это способ поднятия пешком? А, не. Могу поговорить? Теперь я могу спать спокойно. Ну, почти спокойно. Спасибо, что спасла. Да, Ниш. Окей. Ладно. Чистая энергия. Ясно. То есть, чем больше спасу, тем больше будет энергии. Чем больше будет энергии, тем лучше. Логично? Логично. А как понять, насколько у меня улучшится, увеличится энергия и тому подобное?
Оу. Прикольно, за ней что-то остается, когда мы поворачиваемся. Так. Угу, прокачка, прогрузка такая нормальная. Погнали. Что мы будем здесь сейчас видеть, ощущать? И... Оп! Так, сейчас до следующего Вульгрима дойдем, и можно будет заканчивать. Надеюсь, Вульгрим здесь недалеко. Я тебя видел, но как-то... Да. Ладно, тогда уж продолжим в следующей серии, потому что сохранение там, деньги есть, все хорошо. Ладненько. Так. Вот так. Итак, всем пока, с вами был Сталл. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. До следующей серии и всем пока.